Как заработать, если вы находитесь вдали от привычного места работы? Возможно, в связи с известными событиями вы уехали в другую страну и теперь ищете дополнительные источники дохода. В таком случае идеально подойдет онлайн-трейдинг, потому что для этого достаточно ноутбук, интернет даже не самый хороший и, конечно же, желание зарабатывать. Если вы только начинаете им заниматься, то воспользуйтесь моим курсом для начинающих с нуля. Переходите по ссылке в описании на мой канал. И там в описании к любому видео вы найдете ссылки на мой онлайн-курс. Ну а если вы клиент компании Amarkis, то вы также можете пользоваться моим торговым роботом бесплатно. Поэтому пишите мне в Telegram, и я расскажу, как получить его бесплатно. Ну а сейчас я покажу, где покупать, где продавать свои разворотные точки, как я торгую на рынке. На примере самой популярной валютной пары – это евро-доллар. Смотрите, сейчас цена движется вниз и приближается к линии поддержки. Я отметил ее красной восходящей линией. Давайте посмотрим поближе. Как только цена дойдет до нее, от нее можно будет купить и заработать на росте. Это разворотная точка от линии поддержки. Цена обычно отбивается вверх. Конечно же, нужно использовать риск-менеджмент, потому что в некоторых случаях цена может и пробить этот уровень. Но также очень часто бывают ложные пробои, когда цена вроде как пробила, на самом деле все равно разворачивается, идет туда, куда надо. Но чтобы не уйти в минус, не нужно использовать максимальное кредитное плечо. Кстати, о том, что такое кредитное плечо, у меня есть отдельное видео на моем канале. И грамотно рассчитывать объем сделки. Давайте теперь поближе посмотрим. Вот этот нисходящий тренд, который длится уже несколько недель, имеет очень интересную закономерность. Смотрите, каждая коррекция вверх примерно 500-600 пунктов. И что случилось на прошлой неделе? Коррекция новая составила почти 1500 пунктов. Это значит, что намечается разворот тренда. Но это не значит, что вот прям сегодня цена пойдет дальше наверх. Это значит, что коррекции становится больше. И возможно, когда цена дойдет как раз таки до той самой линии поддержки, о которой мы только что говорили, коррекция вверх будет еще больше. И на этом можно заработать. Но к тому времени, как цена придет до линии поддержки, давайте посмотрим, что может еще случиться. Мы видим вот эту линию сопротивления, красную нисходящую линию. И теперь цена пробила ее вверх и возвращается к ней. Вот она возвращается, и красная линия стала линией поддержки. Это называется зеркальная линия поддержки. На своем курсе мы подробно разбираем такие линии. Теперь в разворотной точке, которую я отметил бирюзовым прямоугольником, можно будет купить и заработать на росте. Сейчас это в районе цены 1.0692, но возможно в течение недели цена подойдет в другом месте, поэтому вы можете просто использовать оповещения или алерты. Кстати, как им пользоваться, у меня также есть видео на канале. И купить в максимально выгодной точке. Теперь давайте посмотрим пару евро японская иена. В прошлых выпусках я рассказывал о том, что цена приближается к вот бирюзовой линии сопротивления и возможно от нее коррекция вниз. Пока она еще не дошла и даже сформировала такой вот треугольник. Формируя треугольник, цена сделала еще один максимум и теперь сформировалась новая линия сопротивления, то есть теперь их уже две. Я прогнозирую две разворотные точки. Первая это в районе цены 150-868 и вторая в районе цены 151-603. Так вот, когда цена подойдет к первой разворотной точке, отсюда можно будет продать и заработать на снижение. Если цена пойдет дальше вверх, то можно сделать усреднение позиции, тем самым выйти в ноль или даже больше заработать. Кстати, про стратегию усреднения у меня есть отдельное видео на канале. А также по этой стратегии усреднения работает мой торговый робот. Если вы клиент Amarkis, можете получить его бесплатно. Поэтому пишите мне в Telegram, и я расскажу, как его получить. Это как раз то самое место, где можно измерить расстояние между ордерами. Вот я измеряю, смотрите, там примерно 600 пунктов. Поэтому у робота есть настройка расстояния между ордерами. Ставите 600 пунктов. Выставляете запуск вот на этом уровне 150-868. И робот сам открывает за вас сделки, и вам нет необходимости следить круглосуточно за монитором. Кстати, для того, чтобы робот работал безотказно, рекомендую использовать VPS-сервер. У меня также есть видео про него на канале с полной инструкцией, как им пользоваться. Рекомендую, если вы торгуете торговым роботом, всегда использовать VPS. Это просто обязательно. Идем дальше. Валютная пара евро-британский фунт. Сейчас топчется на месте, но вот в этом нисходящем тренде она находится в коррекции. И если цена дойдет до линии 0.8627, это будет зеркальная линия сопротивления, от нее можно будет продать и заработать на снижение. Новозеландский доллар. На недельном графике видно восходящий импульс и коррекцию. Сейчас коррекция движется в рамках соотношения Fibonacci и еще не дошла до линии 61.8. Вполне возможно, что на этой неделе она дойдет. И я рассчитываю, что от нее можно будет купить и заработать на росте от линии 61.8. Это цена 0.5908. Также, если присмотреться поближе, то вот на таймфрейме H4 видно, что цена еще не дошла до зеркальной линии сопротивления.
Если она дойдет, то от нее можно будет продать и заработать на снижение. Это в районе цены 0.6126. Интересный сигнал на паре австралийский доллар к новозеландскому доллару. На D1 видно, что была линия сопротивления, она была пробита. И вот на H4 видно, что если цена вернется обратно, то она коснется зеркальной линии поддержки, от нее можно будет купить и заработать на росте. На этом я закончу свой краткий обзор. Полный обзор вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании к этому ролику. Также там я рассматриваю другие валютные пары, индекс американский S&P 500, а также экономические события, на которых можно заработать. И на экономических новостях можно заработать гораздо быстрее, потому что в момент выхода экономической новости цена движется в разы, а то в десятки раз быстрее. Соответственно, результат ваш финансовый тоже может гораздо быть быстрее. Поэтому смотрите у меня на канале. Также напоминаю, что сейчас скидка до конца месяца на мой курс 25%. Поэтому переходите на мой канал, переходите на мой сайт и ознакомьтесь с программой моего курса для начинающих с нуля. Если он вам подойдет, то принимайте решение о его приобретении. Это сэкономит вам деньги, время и даст хороший старт и фундамент для вашей торговли. Ну а я желаю вам успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием. Всем пока!